Авилон показывает, а я рассказываю. Здравствуйте, меня зовут Кристина. И сегодня мы с вами поговорим о мифах, которые окутали китайский автопром. Довольно известный факт. Автомобили с Поднебесной сейчас становятся все более популярны среди россиян. Однако многие люди до сих пор мыслят стереотипами. Конечно, модели автомобилей начала 21 века оставили свой отпечаток. Но ситуация на рынке в Китае сейчас в корне изменилась, и многие мифы о китайском автопроме ушли в небытие. Если вы все еще считаете, что нельзя покупать китайца, то вы в корне ошибаетесь. Компания Чинган привезла в Россию надежный седан Алсвин, ставший самым доступным китайским автомобилем в нашей стране. Именно на его примере мы сегодня будем развеивать самые популярные мифы о китайском автомобиле. Миф номер один. Китайцы часто ломаются и гниют. По статистике, процент поломок китайских автомобилей ничем не отличается от европейских. И топовая десятка китайских автопроизводителей может похвастаться низким показателем заводского брака. Что касается гниения кузова, то китайские автопроизводители уже освоили оцинковку, выпуская на рынке модели с оцинкованным кузовом. К тому же Чинган настолько уверен в своем продукте, что дает гарантию 5 лет или 150 тысяч пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Миф номер два. Ненадежные двигатели и коробки. Современные китайцы используют те же силовые агрегаты, что и европейские. Например, новый седан Чинган Алсвин оснащен двигателем мощностью 107 лошадиных сил и пятиступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным мокрым сцеплением. Миф номер три. Ужасный внешний вид. Данный миф, если и был актуален, то лет 5 назад. Сейчас Поднебесной выпускают модели, дизайн которых ничем не уступает европейским. Специалисты из Китая проходят стажировку и обучение в дизайн-студиях Японии и Европы, приглашая к сотрудничеству европейских специалистов. Если вы смотрите наши выпуски, то знаете, что над дизайном Чинган CS35+ New и CS55+ работали специалисты из Турина. Развеять этот миф можем, взглянув на эстетичный дизайн нового Чинган Алсвин. Его подчеркивают граненый капот, рубленые линии кузовных панелей, заостренная головная оптика и массивная решетка радиатора, соединенная воедино с рельефным бампером. Если закрыть шильдик бренда и надписи на задней части кузова, вы никогда в жизни не догадаетесь, что перед вами китайский седан. Чинган Алсвин уже в своей начальной комплектации может похвастаться мультифункциональным рулевым колесом с электроусилителем, датчиком освещения, электрическими стеклоподъемниками, круиз-контролем, ассистентом при парковке, камерой заднего вида, а также мультимедийно-развлекательным комплексом с 7-дюймовым сенсорным дисплеем, системой hands-free и Bluetooth-модулем. Миф номер 5. Китайские автомобили ненадежны. Действительно, надежность самых первых китайских автомобилей вызывала много нареканий. Однако сейчас можно с уверенностью сказать, что все современные автомобили обладают схожими техническими характеристиками и уровнем надежности. Чинган Алсвин за защиту водителя и пассажиров отвечают фронтальные подушки безопасности, антиблокировочная система тормозов, а также ассистент помощи при движении на склоне. Миф номер 6. Низкий уровень комфорта. Современные автомобили из Китая – прямое опровержение данного мифа. В Чинган Алсвин комфорт в дороге обеспечивают подлокотник с удобным боксом для хранения, акустическая система с 4 динамиками, кресло водителя настраивается в 6 направлениях, а пассажира – в 4. Китайский автопром давно перестал отставать от ведущих мировых автобрендов. Если вы ищете для себя автомобиль с отличной комплектацией, а переплачивать не хочется, Чинган Алсвин – это именно то, что вам нужно. Чинган Алсвин – это сочетание богатого функционала внутри компактного седана. И абсолютно точно могу сказать, в своем сегменте он уникален.